Вы смотрите телевизионный проект «Большие города». Наша команда преодолела тысячи километров, побывала на крупнейших заводах и фабриках страны, в уникальных музеях и мастерских ремесленников. Все, что производится, создается и творится казахстанцами, не остается без внимания нашей съемочной группы. Приглашаем и вас в наше увлекательное путешествие по городам, которые, вне зависимости от размерного признака, большие. В предыдущих выпусках мы рассказывали вам о том, что Жамбылская область исторически была центром химической промышленности Казахстана. Она является системообразующей для региона из-за огромных запасов фосфоритов Каратау-Жанатасского фосфоритного бассейна, где находится более 70 балансовых запасов фосфоритов, которые есть на территории нашей страны, и крупнейшие запасы во всем СНГ. Казахстан со временем может стать крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок. Внутренние потребности нашей страны составляют 2,6 миллионов тонн в год. С учетом потребностей продовольственного рынка и мирового спроса на химическую продукцию, развитие химии в нашей стране обретает все большую значимость. С проектом «Большие города» я побывала на многих заводах, фабриках, цехах и мастерских нашей страны. Но чем отличается это место, так это чистотой. Именно здесь все и начиналось. Городообразующая компания Жамбылской области ТО «Казфосфат» сегодня является основным казахстанским производителем химической продукции. Завод минеральных удобрений недавно запустил новый цех по производству экстракционной фосфорной кислоты, который запустил глава государства посредством телемоста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Динара. Меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Скажите, пожалуйста, именно здесь все начиналось? Да, именно здесь производился запуск экстракционно-фосфорной кислоты ФК-1. Здесь у нас находится дистанционный пульт управления, который осуществляет всю подачу и подготовку фоссырья вот этого. Мы отсюда контролируем фосмуку, кислоту, отсюда производятся все операции. Также у нас здесь есть лаборатория, которая через каждый час там передает анализы, и мы как-то стараемся по режимной карте соблюдать их. На производстве работает более 6 тысяч человек, но увидеть на химическом заводе женщину я не ожидала. Конечно же, спросила у Ольги, а не сложно ли ей работать? Нет. Сейчас у нас тем более все автоматика, совсем не тяжело. А много ли у вас девчат работает? У нас есть фасовочный цех. Также у нас там девчата в основном работают здесь. Нас двое. Две женщины, которые одна здесь, другая, естественно, в другом цеху. В основном ребята. Ну, так не тяжело. Мы узнали о том, что этот проект был реализован в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. Его общая стоимость составила 9 миллиардов 646 миллионов тенге. Сегодня крупнейшая градообразующая химическая компания региона производит и поставляет в 27 стран мира около 20 видов различной продукции. 2016 года, 6 декабря, запустилось новое оборудование, которое вдохнуло вторую жизнь в это производство. И, как следствие, увеличились объемы. Расширяется и рынок сбыта. Уже сейчас ведутся переговоры с Китаем и Америкой. А это уже, поверьте мне, немало. Мы решили прогуляться по новому цеху, чтобы увидеть весь процесс производства и узнать, какова сегодня производительная мощность данного объекта. На данный момент мы находимся в отделении ФК-1. Это одно из отделений производства аммофоса, фосфорно-азотных удобрений. В декабре это отделение было у нас запущено в 2016 году, после чего у нас было увеличено выпуск объема выпускаемой готовой продукции. То есть, если мы раньше выпускали 170-180 тысяч аммофоса в год, то в этом году мы ожидаем, что выпуск готовой продукции будет порядка 500 000. «Казфосфат» является единственной на территории Казахстана компанией, имеющей в своей собственности полную линию от добычи до поставки фосфатов собственными средствами железнодорожно-транспортного комплекса и их переработки на конечный продукт. На этом химическом заводе производят азотно-фосфорные удобрения, которые используют в сельском хозяйстве. Как мы знаем, из года в год ресурсы земли истощаются, поэтому их необходимо восполнять. Как раз таки аммофос, который производят здесь, имеет свойство обогащать почву полезными веществами.
Прогулявшись по цеху, я увидела, что многое здесь автоматизировано, и сотрудники в основной своей массе наблюдают за процессом, контролируют его, но никакого тяжелого физического труда я не увидела. У всех маски, каски, спецодежда, и все строго придерживаются техники безопасности. Даже меня, прежде чем пустить в цех, проинструктировали и выдали спецодежду. Но мне так сильно захотелось что-то поделать своими руками, поучаствовать в чем-то, что я напросилась таки в один цех, упаковочный, где как раз таки работают девушки. Работа только с виду кажется легкой, но на самом деле таит в себе массу опасностей. Все станки работают быстро и четко, нужно успевать и мешки наполнять, при этом не защемив себе кисти рук, и прошить мешок так, как надо, при этом не угодив туда пальцами. Не просто, скажу я вам. Но если довести все до автоматизма, можно с легкостью справиться с поставленной задачей. Я наловчилась, а заодно и узнала некоторые нюансы работы здесь. Сейчас мы находимся на узле отгрузки готовой продукции. Именно вот так вот выглядит то самое удобрение. За минуту девчата фасуют здесь 13 мешков по 40-50 килограмм. И уже отсюда они загружаются в вагоны и отправляются не только по всему Казахстану, но и в ближнее зарубежье. Но на этом моя экскурсия не закончилась. Гуляя по производству, я попала в отделение БГС. О том, что это такое и как это работает, я решила узнать из первых уст у самих сотрудников этого загадочного отделения. Скажите, пожалуйста, а что это за пульт? Это у нас отделение БГС, пульт управления по режиму продукции выпускаем. У нас газ смотрим, контролируем полностью, расход аммиака, кислоты, сколько у нас подходит. У нас это вот БГС, это барабан, грануляция, сушка. Там проходит основной процесс. Пульпа поступает, там она гранулируется, высушивается и на готовую продукцию выходит, на склад готовой продукции. В этом отделении работают день и ночь, посменно 6 человек, контролируя полностью весь процесс производства. Полностью контролируем, да, вот эти все анализы, все как бы ведем полностью технологический процесс у нас. Ведете какой-то журнал? Да, это вот мы как раз температуру, то, что вот расход газа смотрим, сколько там уходит, сколько аммиака там у нас. Полные анализы, откуда приходят с отделения экстракции к нам, какие анализы. Это все записывается, все фиксируется, потом все считается у нас. Сам Мурат Кожебеков работает на производстве уже 12 лет и говорит, что работа в принципе несложная, но важно знать правила техники безопасности. Здесь без них никуда. Здесь прежде всего техника безопасности, потому что это, как говорится, производство. Здесь надо полностью смотреть за своими отметками, чтобы везде перила были, как положено. Противогаз, в первую очередь, средства индивидуальной защиты, КЗ противокислотные у нас, кстати. Можно посмотреть, что там у вас находится интересное? Это вот, пожалуйста. Мы направились к шкафу, где стояли какие-то сумки. Интересно, а что в них? Это у нас противогаз. У каждого аппаратчика у нас свои размеры, свои надписи есть, как положено. Именные. Да, именные. Впрочем, чтобы уже у кого-то больше размер, у кого-то меньше, поэтому каждого своим размером. Сразу, быстро-быстро. Так, а вот это, она как называется, сюда? Это фильтрующая коробка ФК-5 называется, современная сейчас. Вот так открывается вот она. Сейчас, да, раньше и шланговые раньше были БКФ. Сейчас вот эти у нас КД идут. Быстро одел, оперативно и удобно, и аккуратно, практично. Хотелось бы подытожить наш день простыми словами. Чтобы был хороший урожай, нужно фосфорное удобрение, которое производится из фосфатного сырья. И перед химическим заводом стоят серьезные задачи по производству новых видов минеральных удобрений, которые были бы достойным, конкурентоспособным отечественным продуктом, который бы выходил на мировые рынки. И судя по успехам КАЗ-фосфата, у них уже это получается. Это была программа «Большие города». Увидимся с вами через неделю.